Это письмо я написал тебе. Зачем? Не знаю. Ведь ты его все равно не получишь. Не стоит посылать писем в прошлое. Просто мне хотелось хоть немного поговорить с тобой. Добрый день или вечер. Ты удивлена? Это я. Столько лет прошло, а в моей памяти ты все такая же, как в тот печальный апрельский вечер. Мы расставались навсегда. В твоих растерянных, беспомощных глазах блестели слезы. Откуда-то доносилась знакомая мелодия. Мелодия нашей первой встречи, мелодия нашей любви. Мне слышится опять мелодия любви, забытая тобой давным-давно. Как жаль, что возвращать прошедшую любовь, а мне дано. Прошедшую любовь нам не дано. Не думай только, что этим письмом я хочу вернуть тебя, разрушить твое счастье. Нет, я был виноват перед тобой, а ты старалась найти меня оправдание. Ты сказала, я отпускаю тебя. Но я до сих пор не свободен. Я хочу забыть тебя и не могу. Я знаю, мелодия нашей любви давно умерла в твоем сердце. А меня она мучает до сих пор. Мне слышится опять мелодия любви, забытая тобой давным-давно. Как жаль, что возвращать прошедшую любовь нам не дано. Только всего, что я сказал тебе, ты никогда не услышишь и не прочтешь. Не стоит посылать письма